Привет, друзья! Рады, что вы заглянули к нам на канал Плотников Family. Мы в прекраснейшем месте, которое называется Бюске. Одно это слово Бюске уже многое может сказать тем, кто знает, что здесь. Мы сняли вам видео про кемпинг Бюске, про аквапарк, открытый бассейн Бюске. И теперь настало время рассказать вам про детскую площадку. Да, это снова обзор детских площадок. Ну, мы просто фанаты детских площадок. И это, конечно, сказка. На берегу залива такая красота. Морской этот свежий, соленый, приятный и полезный воздух. И дети могут тусить целый день. Что есть на этой детской площадке? Огромнейший батут. Что очень классно. Впервые мы встречаем на детской площадке такой бесплатной детской площадке такой батут. Потом здесь есть большущий корабль, натуральную величину, считай, корабль, на котором можно лазить. Данька у нас уже просто как бывалый моряк забрался на самую верхушку, и Давид тоже. И снизу под этим кораблем большое пространство, и там песочница внутри, крытая. И вообще он очень натурально выглядит, классный кораблик. Потом там есть тарзанка, с которой можно сигать. Тоже одно из самых любимых развлечений у наших детей. Крутейшая тарзаночка. Что там еще есть? Самое главное — песок, ребята. Это просто огромнейшая бесконечная песочница с видом на море. И песочек очень чистый, светленький, красивенький, не пыльный. Даже оранжевый, Давид говорит, есть какой-то песок. Есть волейбольная сетка на этой площадке. Это, я не знаю, у меня просто слов нет, как классно. И самое классное, что прямо рядом с этой детской площадкой большая кафешка расположилась, где могут сесть родители и просто, попивая кофе, наблюдать, как их дети развлекаются и отдыхают. Что, собственно говоря, мы и делали. Мама, еще у них есть небольшая паутиночка здесь тоже, по которой можно лазить. Но сам вот кайф в том, что ты делаешь это на берегу море. Такая красота, ребята. На этой детской площадке есть еще, конечно, качели. Как же без качелей? Без них никак никуда не деться. Но и все это в окружении таком красивом. Рядышком даже какое-то поле небольшое есть для футбола, где можно поиграть. Одно удовольствие и наслаждение. Так что, ребята, заезжайте тоже и на эту детскую площадку. Если вы думаете, куда с детьми забраться, это идеальное место, куда можно пойти с детьми. Надеюсь, вы тоже впечатлились, как и мы, и загорелись желанием приехать сюда. Ну а мы с вами прощаемся. Пока-пока. До скорых встреч.